Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Страница 60, упражнение номер 262. Вычисли, записывая решение столбиком, и проверь сложение вычитанием, а вычитание – сложением. Запишем первый пример. 528 047 плюс 106 875. Начинаем сложение с единиц. 7 плюс 5 равно 12. 2 пишем, 1 запоминаем. 4 плюс 7 – это 11. Еще один запоминали, 12. 2 пишем, 1 запоминаем. 0 плюс 8 – это 9. 0 плюс 8 – это 8. Еще 1 – 9. 8 плюс 6 – получается 14. 4 пишем, 1 запоминаем. 2 плюс 0 – это 2. Еще 1 – 3. 5 плюс 1 – получается 6. 634 922. Чтобы выполнить проверку к сложению, мы это сделаем с помощью вычитания. 634 922, мы вычтем 106 875. У нас должно получиться 528 047. Из 2 вычесть 5 мы не можем, мы занимаем у двойки. Из 12 вычитаем 5, это получается 7. Из 1 вычесть 7 мы не можем, мы занимаем у девятки. Из 11 вычитаем 7, получается 4. Из 8 – 8 – 0. Из 4 вычесть 6 мы не можем, занимаем у тройки. Из 14 – 6 – это 8. 2 минус 0 – 2. 6 минус 1 – 5. 528 047. У нас получилось первое слагаемое. Мы выполнили действие верно. Второй пример. 385 746 плюс 23 352. 6 плюс 2 – это 8. 4 плюс 5 – это 9. 7 плюс 3 – это 10. 0 пишем, 1 запоминаем. 5 плюс 3 – это 8. Еще 1 – 9. 8 плюс 2 – это 10. 0 пишем, 1 запоминаем. 3 и еще 1 – 4. 409 098. Для проверки из 409 098 вычитаем второе слагаемое. 23 352. 8 минус 2 – это 6. 9 минус 5 – это 4. Из 0 вычесть 3 мы не можем, мы занимаем у девятки. Из 10 – 3 – это 7. 8 минус 3 – это 5. Из 0 вычесть 2 мы не можем, занимаем у четверки. Из 10 – 2 – это 8. И у нас остается 3, мы ее сносим. 385 746. Действие выполнено верно. Выполняем вычитание. 320 260 минус 21 476. Из 0 вычесть 6 мы не можем, мы занимаем у шестерки. Из 10 – 6 – это 4. Из 5 вычесть 7 мы не можем, занимаем у двойки. Из 15 – 7 – это 8. Из 2 вычесть мы не можем, мы занимаем у двойки, а над нулем пишем 9. Из 11 – 4 – это 7. 9 минус 1 – это 8. Из 1 вычесть 2 мы не можем, мы занимаем у тройки. Из 11 – 2 – это 9. И сносим двойку. 298 784. Проверка к сложению, к вычитанию делается с помощью сложения. 298 784 плюс 21 476. 4 плюс 6 – это 10. 0 пишем, 1 запоминаем. 8 плюс 7 – это 15, еще 1 – 16, 6 пишем, 1 запоминаем. 7 плюс 4 – это 11, еще 1 запоминали, 12, 2 пишем, 1 запоминаем. 8 плюс 1 – это 9, еще 1 запоминали, 10, 0 пишем, 1 запоминаем. 9 плюс 2 – это 11, еще 1 запоминали, 12, 2 пишем, 1 запоминаем. И 1 плюс 2 – получается 3. 320 260. И последний пример. 605 209, вычитаем 353 672. 9 минус 2 – это 7. Из 0 вычесть 7 мы не можем, занимаем у двойки. Из 10 вычитаем 7 – это 3. Из 11, из 1 вычесть 6 мы не можем, занимаем у пятерки. Вычитаем из 11 6 – это 5. 4 минус 3 – это 1. Из 0 вычесть 5 мы не можем, занимаем у шестерки. Из 10 – 5 – это 5. Из 5 – 3 – 2. 251 537. Для проверки к этому числу мы добавим 353 672. 7 плюс 2 – получается 9. 3 плюс 7 – получается 10. 0 пишем, 1 запоминаем. 5 плюс 6 – это 11, еще 1 запоминали, 12. 2 пишем, 1 запоминаем. 1 плюс 3 – это 4, 1 запоминали, 5. 5 плюс 5 – это 10, 0 пишем, 1 запоминаем. 2 плюс 3 – это 5, еще 1 запоминали, 6. 605 209.
Действие выполнено верно. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.